Саженцы лещины, орешник, обыкновенный тамбовский ранний вырастают до 4 метров в высоту. Это растение используют для создания живых изгородей, укрепления склонов и защиты почвы от размывов. Кроме того, деревья ежегодно приносят урожай крупных орехов, которые используются в кулинарии. Лещина, орешник, обыкновенная тамбовский ранний обладает морозоустойчивостью, поэтому не нуждается в зимнем укрытии. Для посадки следует выбирать хорошо освещенные участки. Взрослые деревья нуждаются в регулярной обрезке и внесении минеральных подкормок. Лещина обыкновенная тамбовский ранний – это дерево. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.